Нет места. Ничего не могу взять. Говорят, что Патолли — одна из самых древних игр Америки. В нее играют самые разные люди. Известно, что за один раунд этой игры люди могли проиграть все свое имущество — одеяло, драгоценные камни, дома и даже свободу. Шачипилли, бог искусства и игр, считается одним из активных участников игры. Он отвечает за вознаграждение победителя. Лишиться всего в ходе простой игры — есть вещи, которые никогда не меняются. Защитники подвели, и теперь они обречены вернуть себе то, что... У меня нет столько места. Ицамна. В мифологии майя сын бога-творца Хунапку. Он был богом обучения, он изобрел письмо и книги. Поэтому он играет важную роль в культуре майя. Он также был богом сельского хозяйства и придумал, как возделывать землю. Он был покровителем врачей и сам вылечивал людей прикосновением раскаленной до красна руки. Обычно Ицамна принимал облик рептилии, но его также знали как Кинич Ахау, огненного попугая Ару. Он был покровителем числа 4, управлял засухами и болезнями. Маска в стиле ацтеков, украшенная предметами, которые встречаются в окрестностях Пайтити. У меня нет столько...
Нереально. Больше я не унесу. Нет места. Ничего не могу взять.
Ti tengi un ciaffi, finisci. Tanta manna magica, oggi va di la ciaccia. Quali da vita, figlia, ci che flo ha, diego a capa. Ci che te lo fate, scemmi che ti dimerca, mi merdi, te fa si porti neanche anche, ci con di mata, mi costi neanche, ti chicca no, ci che ne ha, ci che te la manca, нереально. Больше я не унесу. У меня нет столько места.
больше я не унесу. У меня нет столько места. Нет места. Ничего не могу взять. От Лопеса не было вестей, и кое-кто в руководстве начал в нем сомневаться. Наш отряд отправился на юг на разведку. Вперед мы послали туземцев. Мы подозревали, что местные жители могли убить Лопеса, как только он прибыл в город. Туземцы вернулись и сообщили, что в городе мор. Мы быстро составили план, чтобы воспользоваться сложившимися обстоятельствами. Не спеши. У тебя все получится. Thank you.
mia manca! У меня нет столько места.
Не могу разобрать диалект. Я что-то упустила из виду. У меня нет столько места. Пришла нас ограбить, чужестранка. Нет места. Ничего не могу взять. Я
Наверное, это Нагваль, легендарное чудовище, которое бродит по окраинам Пайтити. Нет места. Ничего не могу взять.
Нет места. Ничего не... Выглядит мрачно. Нужно смотреть под ноги. Богиня Майя Ишчель, как и богиня Луны у других народов, считалась и богиней деторождения. С ней также связывали водопады, дожди и радугу. Она была покровительницей всех ремесел, в том числе рисования акварелью, а также ткачества, которое она сама и изобрела. Но она не была исключительно доброй и заботливой. Вместо волос у нее были живые змеи, она носила юбку из костей и отличалась невероятно скверным характером. Обсидиан не затупляется. Нужно открыть ворота. Ворота открыты. Теперь мне надо туда. Кукулькан говорит, что они не испугаются нас, если мы окажемся недостойными. Чтобы стать достойными, нам надо пройти испытания, устроенные его народом. Жители Пайтити ничего не знают о войне. Их клинки и копья давно затупились. Я пройду их ритуалы и покажу им истинную мощь тех, кто следует за Кукульканом.
Если ты считаешь себя сильным и бесстрашным, приди сюда. Не каждому под силу испытания, ждущие внутри. Но те, кто их пройдет, получат право называться воинами. Должен быть способ открыть ворота. Должен быть способ открыть ворота. Надо как-то поднять руки. Должен быть способ открыть ворота. Ничего не получилось. Должен быть способ открыть ворота. Должен быть способ открыть ворота. Что-то мешает. Должен быть способ открыть ворота. Должен быть способ открыть ворота. Должен быть способ открыть ворота. Нужно как-то остановить механизм. Нужно как-то остановить механизм. Тотем сложил руки. Нужно как-то опустить этот тотем.
нужно попасть на внешние мостки. Я смогу забраться.
У меня нет столько места. Не выходи за пределы города. На тех, кто покидает его, ложится проклятие, и они обречены вечно бродить по джунглям, не в силах обрести покой.
Нереально. Больше я не унесу. Эта стрела с обсидиановым наконечником была сломана пополам. Она похожа на те, которыми пользовались мятежники Унурату. Если они вступили в борьбу с Тринити, имея в распоряжении только это примитивное оружие, то у них не было ни одного шанса. А это любопытно. Я ушел и вернулся, и демоны не преследуют меня. Может, мне просто повезло? Или жрецы нам солгали? Зачем им держать нас здесь? Нет места. Нет. Чего не могу взять? Похоже на золото. На той стороне что-то есть. Пусть Аланта найдет в загробном мире глину и металлы для своего труда. Искар-Евай объединил обе стороны и тем самым положил конец войне. Однако их кровь все еще кипела. Чтобы успокоить солдат, кого-то следовало наказать. Евай приказал схватить торговцев, которых обвиняли в разжигании вражды, и принес их в жертву. Thank you.
Черт! Это будет непросто. У меня нет столько места. Последний прыжок. Надеюсь, все это не зря. Ничего не могу взять.
Нет места. Ничего не могу взять. Нереально. Больше я не унесу. У меня нет столько места. Нет места. Ничего не могу взять. Амару вернулся на похороны своего брата. На похоронах он был безутешен, а после них неподвижен. Но на следующий день он стремительно пронесся по городу. Он разоблачил лидера секты и показал всем, что тот чужак. «Пора народу Пайтити взять власть в городе в свои руки», сказал он, держа в одной руке отрезанную голову, а в другой — окровавленный нож. «Мы больше не будем кланяться чужеземцам». Я
Речь о месте неподалеку. Семь золотых птиц расселись по ветвям. Одна улетела к деревьям вместе со своим сокровищем. Выпав из ее когтей, я жду тебя. Нет места. Ничего не могу взять. Come on.